Впереди два разорительных праздника, 23 февраля и 8 марта. Мне даже страшно представить, сколько выйдет, чтобы купить всем подарков. Но мне сказали, что в Волгограде есть магазин для детей с низкими ценами. Проверим, правда ли здесь можно купить футболку дешевле пачки сливочного масла. Глаза и впрямь разбегаются от того, какой большой ассортимент. Но теперь проверим, правда ли здесь такие низкие цены. Так. Вот такое платье не стыдно надеть на любой праздник. Какое оно красивое, но проверим по цене. Да, цена действительно радует. Всего 900 рублей. В других магазинах такое платье будет стоить от 1500. А футболка и вправду стоит 100 рублей. К слову о подарках. В Карапузике я присмотрела шикарные польские шапочки всего по 150 рублей. А на остальные головные уборы действует скидка 20% до конца февраля. Если честно, давно не была на детском шопинге. Здесь столько всего, что хочется столько купить подарков своим родным. Что я сейчас и сделаю. Подарки я купила, к праздникам готова. Цены и ассортимент здесь действительно радуют. Ну, невозможно удержаться. Большой выбор товаров первой необходимости для новорожденных. Комплекты на выписку, чепчики, ползунки, пеленки и другое. Большой выбор школьной одежды, рубашки, блузки, юбки, брюки, верхней одежды и шапки, трикотаж, колготки, носки, нижнее белье, платье, джемпера, кофты, джинсы.